Стрельба по бегущей цели с поводкой оружия. Оружие вскидывается чуть сзади и ниже цели, догоняет цель, перегоняет ее на величину упреждения. Величина упреждения при практической стрельбе на дистанции 25 метров составляет поллоктя цели. Выстрел производится без остановки пистолета. Так производится резкая вскидка, замедление и поводка оружия. Процесс требует длительной и упорной тренировки, так как поводка оружия за бегущей целью происходит на очень малом горизонтальном линейном отрезке. Вот он, этот малый горизонтальный линейный отрезок. Вот он. Вот так этот процесс выглядит в профиль. Вскидка пистолета производится разгибанием корпуса. Рука, корпус и голова, подбородком прижатая к плечу, во взаимно закрепощенном состоянии образует единую систему стрелок оружия. Поводка пистолета за бегущей целью осуществляется поворотом всей закрепощенной системы стрелок оружия. Вот так вскидка пистолета выглядит спереди. Подбородок плотно прижат к плечу. Вскидка оружия производится разгибом корпуса. В боевой обстановке так получается быстрее. Поводка оружия по сторонам производится только поворотом корпуса всей закрепощенной системы стрелок оружия и ни в коем случае не свободной рукой. Это вызывает нежелательные параллаксы, смещение и уводит пулю от цели. При удержании пистолета двумя руками поводка оружия по бегущей цели осуществляется также разворотом на цель всей закрепощенной системы стрелок оружия. И ни в коем случае не одними руками.